нахожусь в музее, который находится в городе Упсала. Такие тут разные штучки есть. Разные такие. Ручки есть красивые. Разные открытки. Такое разные прикольные штучки есть. Сейчас посмотрим. Здесь какая-то выставка. Какая-то выставка. Сейчас посмотрим, что здесь. Вот здесь какая-то такая статуя. Кафе какое-то. Такая статуя тут на машине. Как-то так. Здесь вот кафе есть, можно посидеть. Сейчас спустимся вниз, посмотрим. Что здесь? А здесь просто такое кафе, там можно на улице сидеть. Пойдем тогда наверх, там какой-то. Написано было. Выставка какая-то. Идем наверх. Блин, такие ступеньки опасные. Лучше бы нужно держаться, а то можно упасть. Ну понятно. Еще, наверное, нужно подниматься. Что-то не пойму, написано. Это выставка, но пока что никакой выставки нету. Сюда нельзя заходить. Что здесь? Здесь непонятно. Сейчас я вам покажу здесь концерт. Будет сегодня, и они подготавливаются. Уже сделали там сцену такую. Сцену там сделали, какой-то артист, я забыл, как называется. Я сейчас спрошу и... О. Сюда можно зайти. Блин. Вот и тут такие разные. Полно картин. Такие статуи. Лошадь. Полно разных тут. Как-то так. Вот. Какое разное тут. Картины, такой стул. Какие картины тут. Интересно довольно-таки. Довольно-таки при...
приятно, красиво здесь. Сейчас закроем. Всякие разные картины. Всякие разные статуи тут. Скоро, блин, жарко сегодня. Скоро пойду, покажу вам этот концерт. Ну, то есть я туда не буду заходить, а возле буду. Вот. Что тут у нас есть еще? Книжки такие разные. Здесь вот другой зал. Разные знаменитости есть на картинах тоже. Кто это вообще? Корнелиус какой-то. Там кто-то. Кто-то непонятно какой-то. Даже не знаю, кто это такие, но известные какие-то. Нихера себе такие. Как высоко картины здесь. Так, тут довольно-таки красиво. Я первый раз в этом музее, хотя я живу уже довольно-таки долго в этом городе, но ни разу не был. Вот это решил зайти посмотреть. Посмотреть, как тут никогда не был. Вот такой царский стул тут какой-то. Вот. Еще здесь такой огромный шкаф. Не шкаф, не знаю, что это такое. Все, сейчас пойдем, может быть, другой зал, или, может быть, будем идти туда в сторону концерта. Еще я пришел в другой зал, тут другое, уже немного поинтереснее. Такое здесь есть. Вот. Это уже на последнем этаже, в этом же музее. Такая картина.
такое интересное. В шведском стиле все. I was young, I needed the money. I was young, I needed the money. The money. Такое. Разные тарелки, не поймешь, вазы тут. Как-то так. Довольно-таки интересно. Я первый раз в своей жизни в музее. Здесь такая хрень, я не пойму, что это такое. Какой-то фильм показывает. Всякое такое лежит тут, непонятно. Это фильм непонятный, дурацкий, в шведском стиле. Вот. Такое. Неплохое. Я не пожалел, что я пошел сюда. Тем более бесплатно. Почему бы и нет? А здесь такое. Из скрипки. Сделали такую хрень. Разные фигурки тут. Такое еще. Вот есть. Вот это так все. Пойдем, сейчас будем собираться. В концерт, на концерт пойдем. Блин, забыл, как зовут этого, который будет петь. Ишакта. Вагит Рансумска, хуйня его по 16 года. Том Джонс. Том Джонс, окей. Так. Том Джонсон будет петь. Петь сегодня Том Джонсон.
артиста зовут Том Джонсон. Ну как-то так, все, пойдем сейчас. Концерт. Там, ну, как бы я не смогу зайти, потому что в концерт, потому что это нужно платить, а я не собираюсь платить за, ну, чтобы быть на концерте. Потому что я не слушаю такое. Поэтому я не не могу туда попасть. Я могу только там рядом возле этого помещения стоять там и слушать, как он поет, играет. Зашел в другой зал. Здесь другие картины. Я что-то не заметил, когда я входил в музей, не заметил, что здесь есть еще такой зал. Вот это центр, центральная станция города Упсалы. Упсала, который находится в Швеции. Который находится в Швеции, 45 минут от столицы Швеции. Вот. Это такая статуя там, на центральной станции, там, где фонтан. Вот. Вот как-то так. Такое тут еще есть. Стиле, все про этот город Упсала. Идем в следующий. Идем в следующий. Сейчас я выйду. Выйдем на улицу. Вот все, на улице уже, блин, душно там, в этом музее. Называется музей Упсала Konstmuseum. Это обозначает Упсала музей искусств. Музей искусств. Вот тут. Так тут выглядит. Музей искусства. Вот я еще вам покажу. Там вдалеке видно церковь.
игрушки. Такое красивое тут, красиво вообще здесь, там где будет проходить концерт, это будет в ботаническом саду, и это, ну, далеко, ну то есть это прям здесь, 5 метров где-то идти нужно. Вот, вот там церковь, вот, вот такие как два здания, это церковь. Не знаю, вам видно или нет, но я поближе сейчас подойду. Какой неплохой день сегодня, тепло, не жарко, не холодно, нормально так. Поднимаемся наверх. А вот там вон видно. Отсюда видно даже такой вид. Видно немного. А вот там вот я вам говорю, вот эта церковь. Вот, которая вы здесь посмотрели. Здесь вот такие тоже игрушки. Сейчас я с другого ракурса покажу вам. Такие пушки. Вот как-то так. Вон там, не знаю, вам будет видно, сейчас я поближе подойду. Тут так красиво. Ботанический сад, ну это еще не весь сад, а часть его. Туда, в остальную часть сада нельзя зайти, потому что там концерт. А только те, которые заплатили за концерт, могут там быть. Так, там в другой раз я вам покажу. Сейчас я постараюсь приблизить. Вот как-то так, неплохо здесь, красиво, такой город студентов.